Значит, в канун очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне я тут вам сегодня немного расскажу по поводу участия Московского университета в различных конфликтах военных. Ну, прежде всего, естественно, то, что было до войны и во время Великой Отечественной войны, хотя и после этого наши выпускники принимали участие в разного рода этих. Ну, до Первой мировой войны, в общем, это все участие было более-менее символическим. И участвовали в основном медики. Во время войны 1812 года студенты медицинского факультета в качестве добровольцев участвовали в Бородинском сражении, там помогали раненым и тому подобное. В 1855 году, во время Крымской войны, произошло более, так сказать, глубокое вовлечение студентов в военное дело. Правда, оно еще не коснулось военных действий. Значит, в связи с тем, что Крымская война была одна из первых войн индустриальной эпохи, то, соответственно, потери русской армии, особенно что касалось младших офицеров, были довольно велики. И наличествовавшие тогда военные училища не могли справиться, в общем, с этим, как бы. Ну, армия была отставшая, отсталая, там, рекрутская. Основной корпус был офицерский, дворянский. В общем, там была беда с малыми, с младшими офицерами. В связи с этим в правительстве родилась идея о начале подготовки по военным специальностям гражданских вузов. Благо, все равно по традиции, ну не по традиции, по законам Российской империи, выпускники университета получали дворянство. Соответственно, не было, так сказать, противоречий между получением офицерского звания и получением, так сказать, справ дворянского состояния. Ну, как всегда это бывает, в общем, война была проигрышная, как бы, и непопулярная, еще к этому надо добавить, при всем патриотизме, связанном с обороной Севастополя. Надо было, так сказать, облечь эту пилюлю в какую-то упаковку. Этой упаковкой стало празднование столетнего юбилея Московского университета в 1855 году. Значит, явление довольно удивительное для страны, которая находится в состоянии войны, устраивать, значит, широкомасштабный юбилей, на который приглашаются иностранные гости. И вообще, так как все выпускники университета, когда это все дело произошло в январе 1855 года, то в Москве не было свободных мест в гостиницах. Потому что, значит, понаехали все наличествовавшие к этому времени выпускники университета. Жили друг у друга на головах, кто где мог, как мог селиться. Значит, университет получил поздравления из-за границы и от различных ведомств внутри страны, дарения различные, но центральным, естественно, конечно, было выступление от лица правительства министра народного просвещения, героя войны 1812 года Абрама Норова, который лишился ноги в Бородинском сражении, потом стал министром просвещения, в общем, был уважаемым человеком, и ему было поручено озвучить эти планы правительства. Поэтому среди прочих дифирампов он, значит, сообщил о том, что правительством было принято решение начать, как бы, организацию военной подготовки в гражданских вузах. Ну и в связи с этим, значит, в университете было введено нечто подобие современной начальной военной подготовки. Изучение военных уставов, там, значит, какая-то минимальная строевая подготовка, какие-то минимальные знания по тактике. В общем, как бы то, что должны были знать младшие, как бы, совсем офицеры, унтер-офицеры, точнее, даже. Но предполагалось, что после выпуска, так же, как сейчас, студенты проходят практику в действующих полках, поэтому назывались они на выпуске вольно определяющиеся, был такой статус. В общем, начались вот эти вот, если это можно назвать, военные занятия.
правда, ни один из участников этих занятий в итоге в боевых действиях в Крымской войне не принимал участие, потому что она закончилась через год, и как бы никаких этих самых, ну, просто не успели подготовить этих людей. Хотя, в принципе, вот подобные как бы экзерсиции у нас в университете существовали аж до Первой мировой войны и были узаконены военной реформой уже этого самого военного министра Милютина, это 1874 год. Значит, гораздо более ощутимым было участие профессоров университета в Крымской войне, опять же, медиков. Значит, по собственному почину целый ряд медиков во главе с Николаем Ивановичем Пироговым, профессором хирургии Московского университета, отправились в Севастополь, образовали там госпиталь. И, в общем, как бы Пирогов там довольно успешно оперировал и закладывал основы, как бы сказать, современной русской военно-хирургической школы. Почему? Потому что он впервые применил в русской практике, применил в этих самых полевых условиях наркоз. До этого наркоза не было вообще. Можно себе только представить, что творилось на кораблях, и, так сказать, на этих самых, после всех этих великих сражений. Как там мучились люди, которым там, не знаю, ноги отрезали пилами, там давали только два стакана водки в качестве анестетика. Вот. Кстати говоря, история с Пироговым довольно запутанная. Он потом, получив там многочисленные награды и став чиновником по особому поручению Министерства просвещения, вдруг оказался в 50-е годы в Италии, в гарибальдийских бригадах, и был личным лечащим врачом Антонио Гарибальди. Как бы... Как он туда попал, что он там делал, как бы, насколько это большой вопрос. То есть, по крайней мере, эти вопросы не рассекречены до сих пор, кто его туда послал. Следующее, так сказать, проникновение соприкосновение к боевым действиям произошло уже ближе к русско-турецкой войне 1877-1878 года. Причем не непосредственно при участии в боевых действиях, а при проведении, как бы это сказать, информационной подготовки к этой войне и для, как бы сказать, ведения информационной войны. Значит, война восточная, как она тогда называлась, готовилась давно. Значит, суть проблемы заключалась в том, что как бы, в Европе существовала страна, да, мусульманская, главная мусульманская страна в Европе, Османская империя, у которой значительно, чуть не четверть ее владений, во-первых, занимала европейские владения, во-вторых, жили там христиане. Греки, хорваты, там, значит, болгары, сербы и прочее, прочее. Значит, в силу разных геополитических соображений, то русское правительство, то наши зарубежные коллеги, в общем, как бы... продлевали жизнь этого больного человека Европы. Этот самый, кто-то назвал его из английских этих самых премьер-министров, типа Пальмерстона, значит, что Османская империя является больным человеком Европы. Европейские, так сказать, страны, особенно Австрия и Россия, рассматривала эту всю ситуацию как резерв для своего расширения или, по крайней мере, значит, как бы увеличения своего влияния в мире. Ну, что касается Австро-Венгерской империи, то это довело, в конце концов, весь мир до Первой мировой войны, потому что в итоге они таки добились своего и присоединили Боснию и Герцеговину как раз, значит, к тому, и после этого именно там, в этой, в Сараево, и произошло покушение на герцога Фердинанда. У нас были менее в России, как бы, планы менее амбициозные, но идея как бы создания независимого славянского, ну не государства, но сообщества славянских народов под патронатом России, она, в общем, как бы владела умами наших политиков. И под это дело давались большие деньги именно с точки зрения продвижения этих идей. Вот с этой точки зрения можно сказать, что методы и практика информационных войн, в общем, она выдумана не в 21 веке.
Это все было давно. Значит, где-то в 1857 году в Московском университете, благодаря подвижнической деятельности двух человек, слависта, специалиста по славянским языкам Срезневского и историка изначально, значит, по специализации русской истории Нила Александровича Попова, было введено новая, так сказать, новая дисциплина славяноведения, и они стали активно, значит, заниматься изучением славянских народов. Причем эта наука славяноведения оказалась какой-то совершенно интегральной. То есть они там изучали и язык, и как бы сейчас вот называется страноведение, и историю, в общем, все это вместе. Все это сопровождалось многочисленными командировками в османские земли, значит, эти населенные славянами, выделением стипендий для студентов-славян, жертвованием, значит, книг в разные, так сказать, библиотеки в славянских землях и тому подобное. Кстати говоря, вот эти люди, которые впоследствии, в общем, как бы, типа Благоев, там, значит, вот славян, которые приехали учиться сюда, вот это все начало было положено тогда. Затем этот почин был подхвачен уже на государственном уровне, что говорит о том, что это, в общем, дело было, задумывалось в Санкт-Петербурге давно. И в итоге по всей стране стали образовываться так называемые славянские комитеты. В Петербурге их возглавил тоже известный историк Бестужев Рюмин. Значит, где-то они в Одессе возникали тоже, в Киеве и тому подобное. В общем, поднялось целое движение в защиту этих самых славян и в разного рода в изыскании способов их поддержки, материальной, духовной и прочее, прочее. В общем, как бы очень многие люди жертвовали свои средства и как бы верили в то, что это, в общем, как бы бескорыстная такая, значит, задача действительно любого христианина помочь там угнетенным христианам и тому подобное. Ну, в конце концов, все это привело к тому, что в 1875 году прошел Московский славянский конгресс большой. Значит, эти все делегаты сначала приехали в Москву, потом после приемов и разного рода банкетов их, так сказать, отправили в Санкт-Петербург, где они тоже были приняты на самом высоком уровне. В общем, вся эта шумиха, как выяснилось, она подготовила информационный фон для разворачивающихся событий. Конечно, никто, так сказать, специально отсюда не провоцировал события 1876 года, то есть восстание там этих босняков и сербов, а потом еще и болгар по поводу изгнания турок. Но, конечно, значит, какие-то настроения это все создавало в мире. И эти настроения сказались на том, что как бы западные державы дали русской армии карт-бланш на проведение вот этой вот восточной войны. Для России был свой интерес в этой войне. Только что прошла военная реформа, о которой я упомянул здесь. И, значит, армия была реформирована, вооружение было обновлено, организация армии была обновлена. В общем, надо было посмотреть, как это все работает. Ну, выяснилось, кстати говоря, несмотря на все эти победные реляции, что работает не очень. Достаточно вспомнить, вот этот Верещагин тут недавно, тот самый, как экспозиция была. Вот там замечательная картина «На Шипке все спокойно». Знаете историю этой картины? Это когда русская армия завязывала там у крепости Плевна, не могла никак ее взять. Отряд Гурко как бы занял Шипкинский перевал, потому что предполагалось, что в течение двух недель русская армия просто перейдет этот перевал. Она не шла. Месяц, два, три. Турки знали это дело, штурмовали. Значит, как бы в отряде Гурка и там этих болгарских ополченцев были большие потери. У них им нечего было есть, и у них не было этих боеприпасов. А находясь в Пловдиве, что ли, Саратырново, была эта самая ставка у царя. Вот он регулярно проводил, каждый день там он, значит, по-моему, встречался с генералами, ему докладывали состояние дел, и в конце, значит, он сакраментально всегда спрашивал, а что у нас на Шипке происходит?
На что ему начальник генерального штаба неизменно отвечал: на шапке все спокойно. Вот, значит, так они провели полгода. И полуобмороженные, значит, этот перевал все-таки не, ну, удержали. Вот. Значит, ну, в итоге в Московском университете, а потом в России появилась целая наука славяноведения. Этот Нил Попов оказался не только уже профессором университета, но впоследствии и государственным деятелем. Опять же, вопрос о том, насколько он был связан с органами разведки, до сих пор не раскрыт. Но, как человек проверенный, он был поставлен потом во главе реформы Русского архивного ведомства. И в значительной степени то обстоятельство, что у нас там вот на Девичьем поле существует целый архивный городок, и там, значит, как бы более-менее систематизированы русские архивы, несколько там даже архивов, это свидетельство его деятельности. Ну, непопулярная война 1905 года, опять же, особо, так сказать, в Московском университете не отметилась. Ну, вероятно, какие-то студенты имели место быть на театре боевых действий, но в масштабах университета, так сказать, университет в этой кампании не принимал участие. Что касается войны Первой мировой, то тут, конечно, свидетельств больше, хотя бы по той причине, что в Московском университете в это время был целый клинический городок, и сразу после объявления войны 1 августа 1914 года весь этот городок был передан, как бы, ну, то есть стали принимать войска, раненых с фронта. Вот. Но долгое время, конечно, Первая мировая война, она была как бы вне зоны внимания, общественного внимания. Это была такая забытая война. А между тем там было много интересных вещей. Когда эта война была объявлена, значит, была даже не война, мобилизация была объявлена, группа верноподанически настроенных студентов собралась тут на Маховой улице, провела митинг, и потом на коленях ползла к дому генерал-губернатора, значит, ожидая там получить приказ о мобилизации. Сразу, по-моему, было, вообще говоря, в это время 3000 человек, списочный состав студентов составлял, около 500 человек ушли добровольцами в армию. Их удерживали и говорили, что война будет длиться 2 месяца, что им нужно вообще доучиться и принести пользу себе, и вообще, так сказать, мы захватим Босфор и Дарданеллы, и, соответственно, нужны будут специалисты. Народ все равно, так сказать, уходил в армию. Ну, сначала добровольно, потом, естественно, отсрочки были сокращены. И в конце концов, к 1915 году Московский университет столкнулся с недостатком и студентов, и преподавателей. Потому что очень многие погибли, и очень многие ушли на фронт. И опосредованно участие в этой войне привело к появлению в Московском университете женщин. Значит, как бы, особенно это касается медицинского факультета, и особенно это касается естественного факультета, потому что, ну, естественно, для разного рода этих исследований и даже не исследований, а там образовательных курсов и тому подобное, требовались мужчины, поэтому очень многие преподаватели были прикомандированы. Особенно, когда начала развиваться, например, авиация, то сразу возникли проблемы в двух областях – метеорологии и орнитологии. Потому что, значит, птицы на этом самом, как это называется, Тушинском аэродроме, просто галки там, кидались под самолеты. И это все привело к появлению в Московском университете новых специализаций вот в этой области. Первый, по крайней мере, курс метеорологии был прочитан именно в годы Первой мировой войны. Значит, в 15-м году были приняты законы, согласно которым бывшие студенты университета, которые были мобилизованы во время прохождения учебы,
в случае получения ранений, значит, они как бы могли вернуться в стены университета и доучиваться за государственный счет. Поэтому, значит, вот эти вот все технологии социальные, реабилитации военнослужащих, которые мы имеем в 20 веке, они, в общем, корнями имеют, корни уходят еще в Первую мировую войну. Значит, для координации действий правительства и частного капитала в этой войне были созданы на государственном уровне так называемые военно-промышленные комитеты. И Московский университет с таким московским этим самым военно-промышленным комитетом сотрудничал. Было несколько известных проектов, связанных с этим делом. Ну, наиболее известные из них все знают, но никто как-то не идентифицирует с этим делом. Это появление противогаза Зелинского. Потому что на самом деле, как бы когда, в общем, в 1915 году впервые немцы применили при Ипре газы, то возникло довольно много этих самых вариантов, как бороться с этими газами. Какие-то маски, какие-то там те самые скафандры аж были и тому подобное. И, значит, противогаз Зелинского был один из немногих вариантов. Причем поначалу конкурс выиграл не Зелинский, а какая-то маска принца Лихтенбергского. В общем, он подсуетился, как сейчас на конкурсе «Голос дети», будучи богатым человеком. Значит, запатентовал какую-то маску. Эту маску пустили в производство, но при первом же применении газов немцами на Донбассе, очень хорошие места, да, вот, как бы там все эти померли как бы, люди, и поэтому, значит, все-таки Боленс-Ноленс, выбор был сделан в пользу Зелинского, который после этого стал заведовать кафедрой, и, в общем, прожил он, да, руководил кафедрой химии неорганической Московского университета вплоть до 1942 или 43-го года, когда вот все дело уже не Смеянова. Вот. И во время юбилея университета 1939 года он был как бы старейшим профессором университета. Ну, остальные как бы примеры участия университета в разного рода разработках военно-технических не столь как бы впечатляющий, как появление противогаза. Это создание рецептуры, значит, этой защитных красок, поскольку не было, у нас вся химия зиждилась на немецких разработках. Значит, как бы свои ингредиенты стали и свои технологии выдумали. Тестирование взрывчатых веществ. Значит, изготовление взрывателей. Это была проблема. Появились новые типы вооружений, типы минометов, типы гранат и тому подобное. И как бы эти взрыватели были... Вот лимонка, например, была принята на вооружение только в 1917 году. Вот та, которым революционный матрос это все ходил. Вот. До того она не могла была быть принята на вооружение, потому что, значит, там с этими самыми взрывателями были какие-то большие проблемы. Вот. Но так или иначе, конечно же, через Первую мировую войну прошло значительное количество наших профессоров и преподавателей, которые, в общем, в университет не вернулись, потому что после этого началась война гражданская, революция, гражданская война, и считанные единицы вернулись обратно. Всех, так сказать, раскидало в разные стороны. И потом, значит, как бы, когда университет в 18 году стал оправляться от этой всей ситуации, еще начались чистки университета, связанные с появлением так называемой пролетарской профессуры, красной профессуры. Вот. Она просто ничего сделать не могла, эта красная профессура, поэтому все-таки пришлось отыскать какое-то количество старых профессоров. И, в общем, как бы уже появившиеся сейчас воспоминания показывают весьма, так сказать, замечательную картину, где на одном факультете соседствовали профессора, значит, просто буквально, которые ненавидели друг друга,
бывшие белогвардейцы или там бывшие офицеры, по крайней мере, может, они не учились на офицеров, но получили погоны и воевали. И бывшие красные командиры, которые штурмовали Перекоп и прочее, и прочее. Все они вместе получали зарплату в одной, как бы. А девушки любили, значит, во время танцев обязательно танцевать с этими стариками-офицерами, потому что они умели танцевать. Их учили. Вот. Ну вот, собственно говоря, вот так вот это все пришло к советской власти. Довольно долгое время советская власть не уделяла, при всем том, что появились вот эти вот красные курсанты, появились новые военные училища и прочее, и прочее, пулеметная школа московская, но вплоть до 30-х годов, вплоть до того, как в воздухе, собственно говоря, не запахло войной, военное образование в университете и подготовка университета к войне, ну, в общем, как бы не велась особо. Ну, то есть, как она не велась? Ну, как везде в стране были введены нормы ГТО, да, там были эти представления, были эти все, как значки ворошиловских стрелков, какие-то военизированные, так сказать, пешие походы, зимние, так сказать, лыжные походы, ну, все это граничило с каким-то военно-спортивными соревнованиями, не доходя до военной подготовки. Значит, собственно говоря, более-менее серьезно университет стал готовиться к войне с 1939 года. Когда стало ясно, что при всех, так сказать, этих самых фактах Молотова-Риббентропа, это, в общем, сквозило во всех речах первых лиц государства тогда, все равно война состоится. Выразилось это в нескольких вещах. Ну, первое. В 1939 году была образована пулеметная школа при Московском университете, который до войны успел выпустить 200 инструкторов, появилась военная кафедра, которая должна была готовить, значит, офицеров комзвода. И появился этот авиаклуб «Осавиахим», так-то действовал этот ДОСАФ и «Осавиахим». И вот, значит, на базе, в том числе, ну, московские студенты там принимали участие. Причем в летчики брали только мужчин, а девушкам давали только возможность чинить моторы. Ну, кончилось это дело тем, что из этих девушек потом был сформирован чуть ли не истребительный полк, значит, которые стали летать. Правда, они летали не на настоящих истребителях, а на кукурузниках. Но, тем не менее, от этого не было, то есть это было довольно много толку, потому что, ну, даже легенды, даже фильм про них сняли, значит, «В воздухе ночные ведьмы» и тому подобное. Вот. Значит, теперь разрабатывались в 40-м году всем ведомствам и учреждениям, значит, культуры и вообще предприятиям было предписано на своих территориях организовать бомба, газа и прочие, значит, там, убежища, которые, что и было сделано, в том числе Московским университетом. Перед самой войной было требование сформировать отряды противовоздушной обороны. Тоже было сделано. Но, конечно же, значит, когда началась война, то изначально это вызвало шок. Через два дня после начала войны, 24 июня, в главном, так сказать, наиболее большой аудитории университета состоялось стихийное собрание трудового коллектива, которое постановило считать себя мобилизованными, так сказать, на защиту Родины. Что-то такое, 2000 человек ушли на фронт сразу. Началась подспудная запись в ополчение. Правда, приказ о создании народного ополчения был подписан Сталином, по-моему, 5 июля 1941 года. Но, тем не менее, уже кто-то там себя предлагал. Теперь, какие действия были? Ну, до 19 июля университет продолжал функционировать и работать в Москве.
19 июля было объявлено о необходимости университету покинуть Москву, и местом его эвакуации был назначен Ашхабад. Правда, опять же, никто еще не двигался с места. В большей степени студенты принимали участие в строительстве оборонительных сооружений под Москвой. Вообще, насколько я помню, в состав университета в это время было 4200 человек очного обучения, 690 человек заочников, и что-то такое их учило в районе 700 профессоров-преподавателей. Вот общий состав университета. Значит, где-то 4000 человек из них принимали участие в рытье окопов и, значит, там, помогали на строительстве оборонительных сооружений. А теперь, значит, начались налеты где-то в сентябре 1941 года на Москву, и, соответственно, начала действовать вот эти вот противовоздушные дружины Московского университета. Правда, две бомбы все-таки, так сказать, угодили в университет. Точнее говоря, не в сам университет, а в квартал. Значит, одна бомба упала 19 октября. Упала во дворе университета, там, где памятник сейчас стоит, снесла старый памятник, о котором я рассказывал на одной из прошлых лекций. Там колпак этот, верхний купол стеклянный, рухнул. И рухнуло довольно большое количество, то есть выбило довольно большое количество стекол. В связи с этим памятник убрали, так сказать, в клубную часть. И, в общем, как бы заниматься такой обстановкой было нельзя. Вторая бомба упала тоже в октябре. Позже, 28 октября, с другой стороны этого здания, но не журфака нынешнего, а там, где ИСА, с другой стороны Никитской улицы, там, где сейчас находится Институт радиотехники, автоматики, вот красное здание такое во дворе, тоже выбило довольно много стекол, повредило крышу и тому подобное, но самое главное не тронул. Дело в том, что в это время как раз, значит, разворачивались события. Начиналась битва под Москвой. У правительства возникли серьезные нарекания, поскольку пришлось треть промышленности эвакуировать с запада на восток, то основные, так сказать, производящие мощности, которые производили артиллерийские снаряды, значит, были захвачены или эвакуированы с Украины на восток. Они еще не были смонтированы и не работали, а разворачивались события под Москвой, и, соответственно, в артиллерии не было легированных сталей, особенно это касалось, так сказать, снарядов. И надо было срочно что-то делать, потому что, ну, как бы там, как вот в Первой мировой войне грозило произойти снарядный год. И профессору механико-математического факультета Ильюшину было поручено кровь из носу выдумать, чтобы можно было делать снаряды из чего угодно, чтобы они в стволе, чтобы они до врага долетали. Значит, он там, значит, во время этой бомбардировки занимался тем, что в подвале этого здания, значит, тестировал разные свои разработки. Там до сих пор сохранились разного рода гидравлические прессы и, в общем, вещи, которые трудно просто размонтировать сейчас. В итоге ему удалось создать снаряд, который был сделан, ну, не из дерьма, но из какого-то железа, который, тем не менее, долетал до противника и давал какой-то разрушительный эффект. Секрет был в бороздках, которые, значит, на снаряд там наносились, и они закручивают как бы снаряд во время его нахождения в стволе и не дают разорваться. И утверждают, что это изобретение, за это изобретение Илюшин получил в 43-м году Ленинскую и Сталинскую тогда премию. Оно в значительной степени предрешило события под Москвой.
битву под Москвой, потому что металлургические, металлообрабатывающие заводы, типа уже не существующего, Серпа и Молота, стали клепать вот эти вот снаряды всех возможных видов. И, значит, это сильно еще и добавок удешевляло их производство. Одно дело легированные стали, а другое дело, так сказать, какие-то простые. Вот. А после этого, значит, начались два процесса. Во-первых, с 19 июля стали формироваться дивизии народного ополчения, поскольку формировались они в Москве по территориальному производственному принципу, то дивизия, в которую входил Московский университет, это была по счету 8-я дивизия народного ополчения, она же называется еще Краснопресненская. Значит, потому что формировалась она на этом самом базе Краснопресненского района. Всего было, так сказать, туда включено 7450 человек, на вооружении которых, между прочим, было 1200 винтовок и там 5 пулеметов этого, причем иностранного трофейного производства, в основном финских, после финской войны. Вот. Формировалась она в доме, который принадлежал тогда Институту советского права, а сейчас он входит в состав консерватории. Это Большая Никитская улица, дом 11, да, дом 11 или 13. В общем, сейчас там Рахманиновский зал консерватории находится. Вот. И сейчас там висит мемориальная доска. Помимо Московского университета, преподавателей и студентов Московского университета, в состав этой дивизии входили консерватория, ГИТИС, там еще писатели, там какая-то писательская рота была, там ну и эти Ткачиевы из мануфактур, трехгорной мануфактуры, вот то, что на Красной Пресне находили. Значит, эта дивизия, несмотря на все трудности своего формирования, все-таки была сформирована. Ее отправили под Смоленск на Волоколамскую линию этого обороны, под село Уварово. И там они приняли бой где-то в районе 7-9 ноября 1941 года. В общем, дивизию все это за три дня положили. Спаслось из окружения 1500 человек. Что с остальными было, там это большой вопрос. Сейчас там, значит, в этом под селом Уварово, там какой-то мемориал стоит. Там, значит, каждый год, по-моему, профессора и преподаватели ездят туда цветы возлагать. Но вот это было такое боевое крещение. Теперь же относительно эвакуации. Университет был эвакуирован в Ашхабад. Причем эвакуация затянулась, потому что значительную часть эвакуируемого составляли не люди, а имущество. Значит, несколько эшелонов разного рода научного оборудования, библиотеки и прочее, и прочее. И только во вторую очередь люди. Причем по разным причинам первый эшелон ушел полупустым, там всего 100 семей эвакуировано, второй 250 семей, и, в общем, встал вопрос, эшелонов не хватало, и поэтому встал вопрос о том, чтобы половина людей, которые могут передвигаться, шли в Среднюю Азию своим ходом. Было сформировано две колонны. Эти две колонны действительно выступили из Москвы, дошли до Мурома, и у них там, по-моему, раз в два часа был привал, и туда подвозили горячее питание. После этого в Муроме их посадили на грузовики, довезли до Астрахани, и от Астрахани до Душанбе, значит, они шли дошли своим ходом. И там университет разместился и функционировал до середины 1942 года, когда он там развернулся в недостроенном институте, педагогическом институте Ашхабадском. Да, Ашхабад, не Душанбе.
Вот. И пока суть до дела, они там вот отстроились, и все обустроилось, пришел новый приказ переместиться в Свердловск. Значит, в 43-м году университет переехал в Свердловск, и уже оттуда в 44-м году был получен приказ возвращаться обратно. Теперь, это что касается тыловых там вещей. Теперь, значит, что касается, собственно говоря, участия университета в военных действиях. Он разбивается на две вещи. Это, собственно, участие в военных действиях и участие в разного рода научных разработках, которые были потом, так сказать, использованы для приближения победы. Что касается боевых действий, то к концу войны из, в общем, как бы бывшие студенты Московском университете училось 8 героев Советского Союза. Впоследствии количество этих людей возросло, потому что приходили люди работать или учиться, так сказать, с фронта и откуда-то, и кто-то из них был орденоносцем, поэтому сейчас это количество возросло аж до 29 человек. Но реально героев, которые, так сказать, работали в университете, ушли из университета и вернулись в университет, было 8. Причем смешно то, что 6 из них – это девушки. Вот это вот из полка ночных бомбардировщиков, которые в 41 году по призыву Росковой как бы заменили мужчин на самолетах. Ну, был сформирован этот самый полк ночных бомбардировщиков. Это тихоходные ПО-2, которые не отличались никакими манерными качествами, но из-за того, что не было, по сути дела, радиолокации, то есть она была теоретически известна и даже англичанами применялась, но в полосе военных действий русско-германского фронта, советско-германского, радиолокации еще не было. Там только в 44 году мы в обмен на «Катюши» получили вот эти вот самые радио и гидролокаторы. Так вот, они там освоили эти самые ПО-2 и летали на ночные вылеты, на разведку или на бомбардировку. Значит, и как бы их действительно там называли ночными ведьмами. Ну, так навскидку, это наиболее известным человеком, который там служил и прошел всю войну, был профессор физмат-факультета впоследствии нашего университета Ракобульская, Ирина Ракобульская. Там же была Полина Гельман, Ольга Рябова, еще Гашева, там еще довольно много людей. Это вот эти девушки. Среди наших студентов был герой Советского Союза Мусад Джалил. У него история еще более, так сказать, увлекательная. Он закончил перед войной этнологический факультет Московского университета, стал писателем и вообще говорит, татарским писателем, на татарском языке он писал. Он оказался на войне в качестве комиссара, естественно, как закончивший гуманитарный факультет, попал в плен и оказался, он вступил в батальон Эдель, который фашисты формировали из мусульман. И там он возглавил подпольную организацию, причем его до 56 года, по-моему, предателем за это считали. Он возглавил подпольную организацию, которая устраивала побеги этих самых татар из лагеря, в котором их готовили. В конце концов, он довел это все дело до того, что этот батальон Дели отказался участвовать в военных действиях на стороне Германии. Он был разоблачен, в конце концов, и умер, и был гильотинирован в какой-то, значит, из немецких этих тюрем в Берлине. И, в общем, об этом бы мы ничего не знали, если бы он еще вдобавок не писал дневников. И эти дневники, в общем, как бы сумел сохранить один из его сокамерников, который передал эти дневники уже после смерти Сталина через русское посольство в Париже.
через советское посольство. Пока, суть до дела, шла борьба с культом личности, про Джалили, значит, никто не помнил, а потом, в общем, эти самые дневники были опубликованы, и стало понятно весь масштаб его действий. Вот он, деятельность. Вот он был награжден, по-моему, в 59-м году Героем Советского Союза. Было еще несколько подобных же персонажей. Ну, один из студентов университета, он даже не студент был, даже, в общем, это был бывший студент Московского университета Павел Блумов. Ему было довольно много лет, он еще фельдшером во время Первой мировой войны поработал. Потом стал медиком, врачом, он жил в Белоруссии. В 30-е годы еще был профессором какого-то Минского университета медицинского. Когда война началась, он был старый, он не мог, так сказать, уйти со всеми. Он остался в Минске и, будучи медиком, продолжая работать по специальности, спас довольно много белорусских партизан. От этого, в общем, как бы его биография и стала известна. Вот, ну, не буду, там, о каждом я перерассказывать не буду, это, сейчас только оговорюсь, что там в районе 29 человек считается, значит, Героев Советского Союза, связанных с Московским университетом. Теперь, что касается разработок научных, я уже, в принципе, одну разработку назвал. Но наиболее впечатляющей, конечно, разработкой, связанной с Московским университетом, было изучение флаттера. Есть такое явление в авиации, флаттер, когда неожиданно, в общем, это стало ясно в 20-30-е годы, когда самолет, непонятно по какой причине, находясь в воздухе, даже не испытывая перегрузок, вдруг начинал рассыпаться. И благодаря нашему математику Келдышу, в общем, этот эффект флаттера был смоделирован математически. И, в общем, он там понял, как и что надо делать, чтобы все эти системы самолета не входили в резонанс. Там все зависит от вибрации. И вот при каких-то режимах, значит, как бы эта вибрация, она сносит весь самолет. В общем, за это открытие Келдыш впоследствии был также удостоен сталинской премии. Еще несколько знаменитых открытий сделано было в области химии, в области медицины. Именно в 1943 году наши химики создали заменитель крови, так называемый тромбин, который, поскольку в военной хирургии, в полевой хирургии, очень важным является вопрос крови, значит, этот тромбин не мог использоваться в качестве крови, уже как полный заменитель крови, то есть он кровь, так сказать, заменить не мог, но во время операции при больших потерях крови, на сколько-то 2 или 3 часа и тому подобное, этим можно было вполне пользоваться, для того, чтобы потом, значит, как бы человек выжил. И это спасло действительно довольно большое количество людей. Ну, много довольно наши ученые сделали в области химии взрывчатых веществ, и тут главную роль сыграл в будущем академик, тогда профессор химического факультета Николай Николаевич Семенов. Это тот человек, который получил в 1956 году Нобелевскую премию. Вот он у него главное исследование в области, так сказать, этого горения взрывчатых веществ и тому подобное. Ну, наконец, тот же самый Зелинский, который столкнулся примерно с той же задачей, в которой сейчас сталкивается белорусская промышленность после того, как туда в нефтепровод «Дружба» закачали грязную нефть. Значит, дело в том, что, в общем, единственное, как бы, месторождение нефти у нас были на Каспии. Значит, в 42-м году геологи обнаружили новые, как бы, месторождения в вот это, Восточной Сибири, то, что сейчас до сих пор, так сказать, за счет этого мы живем. Но эта нефть более тяжелая, чем Каспийская нефть.
А с Каспием еще были проблемы до начала 43-го года, потому что немцы наступали в том числе на Кавказ. Там еще шла битва за Кавказ, там пока освобождали Новороссийск. И надо было срочно, значит, выдумать что-то, чтобы можно было эту тяжелую, так сказать, нефть грязную превращать в легкие фракции, но в частности в керосин, в авиационный керосин. Главная проблема была. Вот. И Зелинский, значит, провел каталитический крекинг этой нефти, значит, который позволил, в общем, он дал химическую формулу того, как это можно сделать. После этого, в общем, как бы не то чтобы у нас отпала необходимость в азербайджанской нефти, но как бы можно было привести дух. Вот стало понятно, каким образом перевооружить, так сказать, заводы химические. Вот. Теперь был у нас такой математик Колмогоров, который довольно много сделал для описания процессов. В общем, там он работал для нужд флота, и там была проблема магнитных мин. В общем, как бы эти плавающие мины, которые притягивались к металлическим бортам кораблей. В общем, все понятно. Задача была размагничивать эти самые материалы, из которых сделаны корпуса кораблей. И вот, значит, они изобрели способ, каким образом это можно было сделать, и действительно спасли на море довольно много жизней. Особенно это дело касалось северных конвоев, значит, которые немцы минировали довольно активно. Это все Норвежское море, Баренцево море. И вот, значит, они там этими вещами занимались. Как ни странно, довольно много сделали и ученые-специалисты, ну, не в сельском хозяйстве, это биологи. Значит, дело в том, что вместе с оккупацией Украины и Юга России страна лишилась четверти посевных площадей. Значит, как бы были, конечно, можно было сеять хлеб в Сибири, можно было сеять хлеб в Средней Азии, но почвы там совершенно другие, и, соответственно, нужны были гибриды этих самых растений, которые могли бы благополучно, так сказать, одни жить и вегетативный период проходить в сокращенные сроки Сибири, а другие, значит, там быть устойчивыми к засушливому климату Средней Азии. Значит, к 44 году подобные гибриды появились, и это в какой-то степени спасло страну от голода. Значит, то есть мы все-таки, как-никак, я понимаю, что все было по карточкам, но тем не менее хлеб был свой. Американцы нам поставляли все, что угодно, тушенку, кофе, шоколад, но хлеб мы выращивали сами. На этих всех, так сказать, этих не самых плодородных землях. Вот. Ну и, наконец, было довольно много исследований Ирдели, там еще ряд психологов, вот в психологической науке. Дело в том, что довольно много травм этих, даже не взрывных, а психологических, контузий и тому подобное, которые приходилось, то есть надо было каким-то образом решать. И вот, значит, они разрабатывали методики этих всех решений, работы с людьми. Выведение людей из пограничных состояний, из состояния психоза военного. Значит, люди по-разному реагируют на войну, да? Некоторые сходят с ума, если помочь этим людям, они как выйдут из этого состояния, с другой стороны, у них это может закрепиться и прочее, и прочее. Вот. А теперь, что еще у нас из боевых действий? Да, ну и, конечно, развитие, собственно говоря, науки. В 43-м году был как бы Московскому университету было предписано вернуться в Москву. Университет вернулся в Москву в начале 44-го года, а уже в июле 1944 года состоялась так называемая Ломоносовская конференция о перспективах науки, то есть они уже тогда думали о перспективах науки, еще война не закончилась, которая как бы
бы, ну, с тех пор она стала ежегодной. Вот эта вот знаменитая, так сказать, Ломоносовская конференция, они ведут свое начало с 44-го года. И они поэтому всегда в мае и проходят, как говорится, все конференции. Вот. Теперь где-то с 1943 года, это парадокс развития университета, университет стал расширяться. Значит, уже с 43-го года правительство ориентировало на подготовку специалистов не по специальностям, связанным с обороной, а по специальностям, связанным с восстановлением народного хозяйства. А с 44-го года, когда стало ясно, что американцы работают над атомной бомбой, то еще и вот этой вот тематики ядерной, энергетической. В связи с этим в университете возникло, как ни парадоксально, в период войны больше факультетов, чем до войны. До войны в университете, перед самой войной, в университете было 7 факультетов. Значит, во время войны был основан филологический факультет, экономический факультет, физико-технический факультет, который потом превратился в физтех, который вот сейчас находится в Долгопрудном, выделился из состава университета. Значит, институт международного права, который с 1947 года работает в МИДе как бы под названием МГИМО. Институт стран Азии и Африки, который как бы возник как ответ, ну, началась эта борьба колоний за свою независимость, стало понятно, что, в общем, как бы мир, как он был до войны, будет меняться. Ну и, соответственно, значит, возник этот факультет. Все это, опять же, возникло в период войны. Более того, значит, уехало в эвакуацию, в общем и целом 2000 человек, а вернулось из эвакуации 8000 человек. То есть, как бы, они уже вернулись работать на мирную тематику. Вот. Ну, вот, пожалуй, это основные такие вехи. За, ну, правительство там это все оценило. Там, по-моему, один из, там, что в советское время как бы было модно давать ордена организациям. Вот, значит, Советский Союз, то есть это Московский университет был награжден орденом, по-моему, этого Ленина один, и орденом Трудового Красного Знамени. Плюс еще, как тебе сказать, вот это Трудовое Красное Знамя и орден Ленина были в том числе за военные действия, за участие университета в Великой Отечественной войне. Значит, первые потуги напомнить, вообще говоря, то есть вспомнить о людях, которые участвовали в этой войне, были предприняты к 20-летию Победы. Тогда на фасаде одного из корпусов, по-моему, химического факультета на Ленинских горах была стела, ну не стела, а памятная доска такая выбита. Потом к 30-летию Победы в 70-х годах появился мемориал, связанным с этим у второго гуманитарного корпуса, с вечным огнем. Вот. И примерно в это же время Московский университет установил памятные знаки своим ополченцам, где они воевали, вот эта 8-я дивизия народного ополчения. Но потом уже, да, забыл сказать, к 40-летию, что ли, получается, в 85-м году на журфаке была установлена памятная стела, памятная доска по поводу первого вот этого вот собрания профессоров и преподавателей 24 июня 1941 года. Ну, а потом уже пошли, так сказать, каждый факультет стал сам себе что-то там, доски памяти ставить и тому подобное. Вот, это что касается войны. Ну, в общем, как-то университет продолжает существовать, и какая-то довольно значительная часть работ ведется и до сих пор, в том числе и в интересах космоса, интересах обороны, ядерных исследований и тому подобное.
именно в 1947 году, вот, когда физтех создавали, когда стало понятно, что как бы помимо атомной бомбы можно сделать еще и атомную электростанцию, и стал вопрос создания, ну, подготовки специалистов для ядерных реакторов, для ядерной энергетики, у нас возник институт ядерной физики, значит, НИЯФ, который до сих пор работает, и там до сих пор стоит кипятильник. Значит, причем он примерно такого же возраста, как в Обнинске, только в Обнинске эту электростанцию уже закрыли, а у нас она стоит. Вот всегда, когда этот самый проезжаешь в метро, университет, и думаешь, в ну, 50 метрах от тебя вот это вот работает все. Как бы. 50, она где-то в... Вот институт ядерной физики, представляемся где? Вот под ним. А то самое, которое тайны метро 2 и... Тот... Никаких там тайн метро 2 нет. Был бомбоубежище, которое при строительстве главного здания было запрограммировано, ну, запроектировано. Я лично в 83-м году, меня туда на субботник гоняли, там менялось оборудование. Вот мы вытаскивали эти самые бронированные ящики с такими еще этими рентгена, как они называются, дозиметрами, вот образца 53-го года, стеклянными. Сейчас это уже, видимо, туда загрузили что-то другое. Значит, бомбоубежище там есть, и есть ход, который соединяет с просто линией метро. Отдельно, как бы, который не касается университета. Еще в 30-е годы была проложена ветка метро, которая должна идти была чуть ли не от Кремля до Внуково, и которая проходит под районом Раменки, и там, где сейчас этот квартал Шуваловский. Ага. Поэтому внутри, вглубь Шуваловского квартала, там нельзя ничего рыть больше, чем на 4 метра. Но любой, так сказать, дворник вам скажет, что там каждое тут самое утро в 5.45 проходит какой-то состав дежурный, ну, который рельсы так простукивает. И все. То есть это существует само собой, вне нас. Вот. То есть, получается, помимо прохода через метро к бомбоубежищу и есть вот котла, это вот, да. Который прям рядом, да? Да, есть эта линия метро. Она уже не такая секретная, по-моему, даже по телевизору про нее что-то рассказывают. А в каком сейчас состоянии бомбоубежище находится? Оно затоплено почти. Я не знаю. У меня совершенно непередаваемые эти воспоминания о том, как нас водили в это в то бомбоубежище, которое я помню. Потому что там же огромное количество ходов, связанных не для людей, а там проложены разного рода тепломагистрали, значит, тюбинги там разные, провода и тому подобное. И вот когда нас туда заводили, то это был ужас, потому что тебя спускают на 4-й подземный этаж и дальше ведут какими-то, значит, неизбитыми путями через коллекторы, значит, с этими, с как, носилками, там, с каким-то реквизитом, заводят в комнату, которую надо очистить, вешают фонарь электрический, и этот самый прораб уходит. И дальше вернется он, не вернется он, когда он вернется. А ты типа собирай в эти носилки вот это вот все, значит, бой, который там лежит. Это зрелище было, то есть... Воспоминания, не надо никаких ужасов подумывать вообще. А история про морозильные камеры, которые замораживают? Какие морозильные камеры? Якобы здание МГУ, так как оно находится возле реки, соответственно, грунт там... Не-не-не-не-не-не-не-не. Это смесь французского с нижегородским. Значит, дело в том, что когда это главное здание построили... То есть не построили, а когда его проектировали, то оно должно стоять было на сколько-то 700 метров ближе к кромке. Но и проект был уже сделан и согласован. Но в самый последний момент геологи и географы, значит, подняли бучу на тему того, что существует эрозия почв, и, значит, либо надо будет укреплять всю эту кромку гор как-то немыслимым образом, потому что все-таки эта башня, она весит очень много. Либо надо перенести ее на 700 метров туда дальше. Ее в итоге так и перенесли, с тех пор там она стоит.
А история с морозильными камерами и тому подобное, она относится к строительству вот этого вот на Манежке, вот это рядом с вами, вот эта яма. Охотный ряд, который... Да. Вот когда его вырыли, и опять же там очень весело рыли, я не знаю, как бы он должен был уходить на 6 этажей вниз. Почему никто не понял, что там внизу метро идет? Непонятно. Но, в общем, когда они дошли, я еще помню, я тут работал, как бы, и мы смотрели в этой яме, и там, значит, виден этот туннель, как бы, то есть сверху, вот они его очистили. Когда это они все сделали, то стал ехать исторический музей, который сам, в свою очередь, находился на реконструкции. Ехать в смысле? Ну, в смысле, там, фундамент поехал, там трещины и тому подобное. И тогда, чтобы остановить это все дело, до того момента, пока не будет построен охотный ряд, и, соответственно, все встанет на место, и как будет держать фундамент. Там действительно стояли холодильные какие-то установки, которые морозили грунт. Вот. А вторая история с этим же связана, с холодильными установками. Первый опыт вообще, это охлажение земли, он идет с храма Христа Спасителя. Потому что у него была проблема этого, как крошение фундамента, или как это назвать, с момента постройки. Потому что тогда вообще таких технологий не существовали. И когда эту всю махину там построили, то, ну, в общем, уже в 1909 году у него были проблемы с фундаментом. И он стал оседать. И одним из первых решений было создание там какого-то ледника, и там, значит, морозить вот эти вот фундаменты. И поэтому, когда его взорвали в 1935 году, московские архитекторы перекрестились, потому что им не надо было все время думать о том, что это все как бы развалится. И поэтому, собственно говоря, как бы появление там бассейна, оно было логично, потому что там много воды всегда было. А потом, когда все это опять стали строить, значит, из этого, как это называется, храм, то встал вопрос. Раньше этот храм стоял на холме. Холм, значит, благополучно срыли. Что делать? Значит, попы подсуетились и запланировали, чтобы у них там был в дворе этот самый зал церковных соборов, трапезная и тому, ну, в общем, там куча всего внизу под этим. В общем, мы построили пандус. Последнее, что я видел перед этим всем, это техническое задание на пандус, что он должен был выдержать. Спасибо, он не должен был выдержать попадание атомной бомбы, но зато он должен был выдержать вес 4 танков, которые можно было поставить по периметру, как бы, на полном серьезе. Около 1000 тонн получилось? Около 1000 тонн? Да. Ну, то есть, там видно, крыша что-то. Как? То есть на него вот загнать можно вот этот вот вес. Это который вот там, где садик, да, находится? Да, вот как бы под Христом Спасителем вот этот вот цоколь, или как его назвать. Двояко звучала ваша фраза, архитекторы перекрестились после взрыва. Нет, ну действительно там была проблема. Ну, я не говорю чисто эстетически, потому что тогда, в 30-е годы, очень многие, то есть, ну как... Существует доминанта в Москве тогда, это Кремль. И он должен быть выше всего. Не потому, что, значит, там царь когда-то велел, чтобы колокольня Ивана Великого, то есть выше нее строить нельзя. А просто так складывался архитектурный пейзаж. Поэтому, когда построили вот эту вторую доминанту, она выбивалась очень сильно. Поэтому претензии как бы к храму Христа Спасителя были еще вот с этой точки зрения. Но плюс к этому... Там были проблемы все время с поддержанием вот этого вот фундамента, потому что была все время опасность, что он съедет в Москву-реку или там с ним что-то произойдет. И поэтому, когда его взрывали, это как бы, ну, это, типа, снимали с себя груз. Не просто так его на самом деле и... Ну да, но на самом деле потом они стали рабами этого образа, потому что как бы Дом Советов, который планировалось построить, они же собирались на том же месте делать. Но уже, естественно, там по другим технологиям. Ну ладно, на этом давайте все, я как раз час проговорил, мы уже отвлеклись от военной тематики. Спасибо большое.